Друзья, как легко оказалось расстаться с детством. Не на самом деле, а всего лишь внешне. Один визит к парикмахеру, к собачьему парикмахеру, и наш пушистый комочек Тоби превратился из лохматого ребенка, которому все дозволено, в солидную, серьезную собаку. Одну из многих, которые смотрят на вас с рекламных буклетов от сверхшнауцера. Теперь не скоро мы увидим валяющийся, где попало, пушистый коврик. Милый пушистый коврик. Но зато теперь у нас четко видны наши глазки, наши милые честные глазки. Раньше за шерстью их было практически не видно. Четко видны белые бакенбарды, бородка, белая грудка. И понятно, где у нас теперь когти. И все-таки первое посещение парикмахера для Тоби было некоторым стрессом. После прихода домой он немножко отдохнул. И только потом пришел в себя. Но все равно старался выглядеть серьезно и солидно. Теперь на улице у нас не получится прикидываться глупым лохматым щенком. Теперь спрос будет, как с большой собаки. Все, надо перестраиваться. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.